Привет, друзья! В этом видео мы сделаем вот такой необычный блокнот с жидкостью и блестками. Возьмем блокнот, пленку для ламинации, бумагу для выпечки, линейку, емкость с водой, водорастворимые чернила для принтера, они продаются в компьютерных магазинах, пайетки, несколько видов блесток, канцелярский нож. В обложке блокнота вырезаем прямоугольное отверстие с помощью канцелярского ножа и линейки. На пленке для ламинации маркером сделаем разметку и отрежем лишнее. Две боковые стороны пленки склеим при помощи утюга. Теперь подкрасим воду. Блестки и пайетки высыпаем в получившийся карман из пленки и добавляем воду. Салфеткой вытрем насухо верхний край и склеим его. Используя термоклей, приклеим заготовку к внутренней стороне обложки блокнота. Этот лист приклеим к обложке. Вот такой блокнот с жидкостью у нас получился. Неровные края обложки заклеим лентой, вот таким образом. Готово! Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Пока-пока!